Сегодня мы должны остановить вора, который хочет украсть бананы. Это вот такая жирная обезьяна. А маленькие мальчишки хотят ей помешать. И в этом мы им поможем. Ну что, достаемся из коробки? Да. Что здесь у нас? Коробочки. Да. Сам наш песчаный остров. Пальмы. Еще пальмы. Еще что-то у нас. Так. Еще коробочки. И здесь еще... И здесь еще коробка. Пальмы вот. И тут еще мартышки. Да. И мартышки. Дельты, Лена. Так, спасибо. И еще одни дельты. Спасибо. А все остальные тут. Итак, для начала нам нужно собрать остров, чтобы выглядело вот так. И я соберу остров. Я открою мартышек. Ну, а я сложу корзинки. Помоги. Уставляем. Еще мы уставляем. Одни обезьянки красивые. Вставляем. Оранжевые сейчас. Так. Оранжевые обезьянки. Теперь... Один коробочек есть. А теперь синенькие обезьянки. А здесь должна быть Лиана. Так вот же она. Держи. Откроем. Так, высыпаем синенький обезьянок. А у меня как раз синий коробок. И все. Я все. Я все высыпала. Ой, у меня тут с оранжевыми обезьянами еще бананчики. Так. Цепляем. А у меня с оранжевыми обезьянами еще бананчики. У меня последний коробочек. Остров готов! А вот четыре корзинки. И три кучки мартышек. Красненький, оранжевенький и синенький. А давайте их прицепим на пальмы. Давай свой остров, Маркусен. Так. Я буду оранжевый. Так. Красиво все мартышки. Голубенькая, оранжевенькая, красненькую, а сюда синенькую, синенькую, красненькую сюда, красную сюда, красненькую. Синенькую сюда. Голубенькую еще. Еще голубенькую. И сюда. Еще голубенькую. Одна голубенькая. Она не хочет там висеть. Да, не хочет. Еще одна голубенькая. Не хочет. Давайте каждому по мартышке. И... Последние мартышки. Готово! Итак, суть игры в следующем. Каждому из нас с помощью вот такой палочки нужно снять как можно больше мартышек с дерева. Молодец! Но делать это нужно быстро, потому как к бананам крадется вор. Быстрее, 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 давай ты сможешь, давай ты сможешь! Если время вышло и бананы украдены, значит игрок возвращает на дерево две мартышки из своей корзинки. Побеждает тот, кто собрал больше всего очков. Синяя – это одно очко. Красная – это два. А оранжевая – это три очка.
Ну что, вы готовы? Да! Тогда разбираем коробочки. Я хочу сиреневый. А я синий. Ну, а я хочу оранжевый. Это лишний. Кто начинает? Я! Ну, давай начнем с тебя, Леля. Так, опускаем обезьяну. Ложим бананы. 3, 4, поехали! Так, у меня уже одна обезьянка. Вторая. Третья. Ой, бананы упали! Ты отдаешь 2 мартышки. Так, вешаем. Опускаем. Так, ложи бананы. И твоя очередь. А, одна мартышка. Опускаем. Давай, Марк. Вот, ты. Быстрее. Давай. Одна мартышка. Опускаем мартышку. Лена, теперь твой ход. Давай. Так, красненько. Быстрее. Одна. Вторая. Опускаем. Мишель, твоя очередь. Одна. Еще. Ай, ладно. Давай, Маркуся. Три. Давай. Ладно. Леля. Ой, одна есть. Опускаем. А что голосовать мартышки? Теперь мой ход. Я хочу вот это вот. Оп, получилось. И еще одна. А, успела. Опускаем. Давай, Маркуся, теперь ты. О. Ладно. Одна. Опускаем. Илья. Ой. Оранжевенькая. Синенькая. Опускаю. Марк, давай. Я возьму осло. Я хочу достать оранжевую. Ура! Красную. Моя очередь. Леля. Красненькая. Ой, красненькая, оранжевенькая. Сразу 2. Красненькая. Опускаем. Теперь я. Красненькая. Ладно. Ай, давай, Маркуса. Синенькая. Ладно. Давай. Лена. Одна. Две. Одна. Опускаем. Так, теперь я. Одна. Вторая. Опускаем. Давай, Маркуся. Одна. Одна. Лена. Лена. О, вытянулась. Банан упал! Упали бананы. Теперь ты отдаешь 2 мартышки. Ставим банан на место. И моя очередь. Давай. Так, одна. Еще.
еще одна. Марк. Феля. У меня и две есть. Ладно, отмечаем. Так, я переверну. И последняя мартышка. Есть, я успела. Последняя мартышка. Все. Ну что, мартышки на дереве закончились. Давайте считать очки. Давай. Так. Так. Сколько у тебя? Так, ну вот столько синеньких, столько оранжевеньких. А тебе нам посчитать? Да, давай. Да, синяя, два синяя, три синяя, четыре синяя, пять синяя, одна оранжевая, две классные. У меня 12 очков. Так, у меня одна синяя, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять синих, четыре красных и пять оранжевых. В сумме это 32 очка. У меня одна красная, две красных, три красных, четыре красных, пять красных, шесть красных, шесть красных, две оранжевых и синеньких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В сумме это 24 очка. Мисель, ты победила! Ура, ура, я выиграла! Смотри, свой приз какой выберешь. Так, я выберу вот этот вот. Лизуны. Это фунгус амунгус. Открывай, давай. Так. Что там у тебя? Ух ты! Вау! Это... Вау! Кто это у тебя? Это... Лизун, да? Да, это вот такой вот. А давай посмотрим. Это прыщавый. Лизун розовый. Вот так мы сегодня спасали бананы и снимали призы. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А теперь игрушка от Лузяк. Сегодня мы разыграем эту игрушку «Щенячий патруль». Щенки-гонщики. Для этого у нас отобраны 100 никнеймов, которые первые оставили свои комментарии под видео. И сейчас мы выберем счастливчика, который получит эту игрушку. Давай, Маркусь, он тяни. Примсаем. Это у нас... Это... Александр Колесниченко. Поздравляем! Сообщите свои контакты нам на почту. И мы отправим вам эту игрушку «Щенки-гонщики». Ну а сегодня в рубрике «Игрушка, друзьяк» участвует эта игра «Банановый бандит». Ее мы разыграем в следующих видео среди первых 100 комментариев. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. И эта игра может быть ваша. Подробнее в описании. А с вами были друзьяки. Пока-пока!